Ребята, всем привет! А мы вернулись в Spectator и будем проходить следующую карту. Вот эту Paranormal House, которая вроде бы... Да я же не включила. Я не включила сложность. Подожди. Старт. Сложно. Paranormal House. Вот теперь погнали. Вроде бы говорили, что это какая-то отсылка к фазмофобии, эта карта. Но, по-моему, это Ghost Watchers. Так, ЭМП, картина какая-то, картина другая. Здесь там рация, еще одна рация. Какая-то книжка, фляжка, фотокамера, телевизор. Так, здесь явно доц где-то стоит. Камера, картина, которую мы видели с рожами в предыдущей карте. Стулик, дверь закрыта, какие-то коробки, нифига не видно. Ну, это реально Ghost Watchers, а не фазма, конечно. Камера в коридоре стоит, здесь какой-то датчик висит. Пицка, книжка, журнальчики, какие-то две банки. Опять МП, опять рация. Шампуня лежит. Здесь три шампуни, камера. Всякие финтифлюшки, свет горит. Так, здесь что, рация, какой-то этот параболический микрофон. Камера, очень много камер. Раз, два, три, четыре картины, одна большая, цветочек. Здесь тефтельки, еще камера. Два пива, три пива, очень романтично, и какой-то отбеливатель стоит. Раз, два, три картины, банка. Может быть так, что это ТМП очень большого размера? Это что такое? Что это такое? Что это такое? Другое. Это арба летает. А здесь будет Ghost That's Probably Revenant. О, нормально! Так, открытие. Отсылки, отсылочки. Что там написано? Ghost Orb Spotted. Ну да, это, конечно, немножечко на фазму. Намекает. Здесь же в каждой серии кто-то ломится тебе в экран. Будет ли здесь призрак из фазмы? Если да, то какой? В смысле, а вот это что, разве не было? Блин, что-то я тут особо и не заметила, что поменялось. Картина не другая? Цветок был? Лишний объект. Я просто могла не обратить внимания. Цветок, да? Нет. Ладно. Так, здесь разве было... Одна же камера. Две камеры теперь. Так-то. Здесь, блин, фиг поймешь, что меняется. Может быть, световая аномалия? Мне кажется, тут как-то слишком пересвечена эта камера. Так, что-то со стульями, наверное, да? Стулья так не должны стоять. Это ненормально. Книжку закрывают. Книжка была видна полностью. Убирайте ваши стулья на место. Так, ну это картина другая однозначно. А вот эти вот штуки пооткрывались все, это наверное, тоже не, так не должно быть. Так, штуки пооткрывались, открытие-закрытие. А камин горел, нет? Так, банка. Что это? Это литражка? Здесь
здесь вроде все. О, дверь открылась. Я ждала эту аномалию, потому что дверь так нарочито подсвечивается. Стопудово с ней какие-то траблы запланированы разработчиками. Ну тут фиг. Мне кажется, темновато стало. Так, пропало. Disappearance, и камера сломалась прямо на мне. Тефтельки пропали. Верните тефтельки, тут романтический ужин вообще-то. С отбеливателем. Блин, мне так нравятся эти шаги приближающиеся, потому что реально кажется, что призрак к тебе идет. Кстати, тоже звуки не фонтан. Здесь нет световой аномалии? Здесь не было света. Немножко МП. А что это такое? Монитор рисунок? Это не монитор. Давай световая. Допустим. Мне кажется, это значит, что призрак рядом. Так, это что такое? Это перемещение? Вот этой банки же тут не было. Или это экстра? Или была? Ладно. Отпечаток и гостор. Я не знаю, что это. Неисправность камер. А, там кровь есть. Все, все, все. Что я тут? Тупка. Тупка произошла. Ну, раз, два, три, четыре, пять, не абаки. Дверь пропала, что ли? Ну и камера, конечно. Да, реально дверь пропала. Malfunction. Да что ж такое? Здесь, кстати, две шампуньки валяются, а не одна. Есть такое ощущение, как будто здесь вот еще должен быть один прибор, но его нет. Я бахну Disappearance на всякий случай. А там посмотрим. Ну, не плевать. Так, вот здесь вот ничего не было, никакого Disappearance. Так, тут кресло, мне кажется, стулья переместились. Явно они вот так камеру не закрывали. Абсолютно не палится. Вот этот штатив. Вот это всем штативом штатив. Таким штативом бы и я пользовалась. Я бы на него залезала бы наверх, как на вышку судьи.
при теннисном матче. Я оттуда бы следила. Так, тут и было, по-моему, два стула, если я ничего не путаю. Что поменялось? А, открылся унитаз. Я, кстати, ждала такую аномалию. Keep it up, получен достижение. Вот же страшные звуки. Здесь тут какая-то штука пропала, мне кажется. Какой-то чайник, что ли, стоял. Нет? Может, перемещение? Подожди, может, перемещение? Может, это вот эта банка? Переехал. А, блин, перемещение я стулья чинила недавно. Ладно, ладно, ладно. Не может быть, так не может. Син. Это, наверное, рисунок. Гострайтинг получается. Гострайтинг, отпечатки и орбс. Проверьте, что за призрак должен быть. Здесь вот что-то точно не то. Я здесь ничего не репортила вообще. Не, ну что-то репортила. Дверки были открыты, камера, по-моему, кумалась. Давай лишний объект. Да ладно. Гонишь, что ли? Чё-то я не вижу ничего. Ну, это цветовая, наверное. Не световая? Ну, другое, значит. А что это такое? Что это такое? Фары светят из окна? У меня нет такой аномалии. Как понять, что это другое? Ну, это ж явно световая. Это очевидно световая. Так, цветок переместился. Что-то я думаю, здесь пустовато. Ой, блин, пошла жара. Не-н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 е. Чинись, чинись, чинись. И больше не ломайся. Может быть, здесь как раз лишний объект стоял? Ну, наверное, это другое. Или это световая, потому что это, блин, люстра. Или это перемещение, потому что она двигается. Иногда в логику разработчиков невозможно попасть. Только с третьего раза. Это световая. Опять фары, кстати. Или это Ghost Hunter с мощным фонариком? Боится зайти в подвал. Lost. Jeden das seine. Ну это, наверное, монитор рисунок. Причем здесь одно и второе, непонятно, но ладно. МП исчезнет? Нет, я что-то до него вообще как бы взгляд свой заострила. Тут нет лишнего какого-нибудь объекта? Потому что вот эти вот коробки я не запоминала. Ясно. Так, темновато. Самую малость темновато.
Сейчас не то чтобы светловато, но темновато. Не понимаю. Так, потухло, потухли свечи. Погаснут свечи, уйдет любовь. Этот вечер вернется вновь. Так, коробка лишняя однозначно не была. Или переместилась, но, скорее всего, лишняя. То, что на проходе то бросает. Так, неисправность камеры, во-первых. Давай быстрее чини, умоляю тебя. И перемещение. Хорошо. Нормально идем. А, вот это точно, да, была такая. Да блин, что ж тут поменялось-то, а? Так, открылось. Закройся. За карася. У Гастагзали тоже, да, похоже? Что такое? Это световая, да? MP4. Значит, Ghost Event. Я думала, он будет исчезать. Как раз лежит на таком видном месте, ты всегда в него взглядом упираешься, но когда он исчезнет, ты не поймешь, что он исчез. Уф. Но это палевно, очень сильно. Ор. Камин, интересно, прогорел? Или так и было? О, картинка поменялась. Страшная купа. Опаньки! I've seen a massive crash in the system as we get attacked by strange units. This completely rebuilds. I think I can redirect a signal from it to the security system of the facility. We will reboot the entire complex. How do you like the idea? Destroy this film. And I forgot to tell you, my name is Will. Его зовут Will. Слушайте, я... Это последняя карта, которая у нас осталась, да? Это, по-моему, у нас рекорд, кстати, что я на сложной сложности прошла с первого раза. По-моему, да. Ну, тут, извините, сказался опыт игры в Фазмофобию. Я, честно говоря, ждала, что придет гост, но он не пришел. Ну, как бы, ладно. Наверное, он приходит. Я думаю, он должен приходить, если бы мы сыграли второй раз. Наверное, он бы пришел. Ну, значит, не судьба. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на дашлерд в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.